Всем привет, ребят! Сегодня у нас опять китайка, опять интересные акции у нас есть. Вот такие вот акции за покупку, за самоцветы, то есть дают сумочку огнекрыла обычную за один самик, причем за 800, в принципе, тоже неплохие награды. Смотрите, 20 камней, 5 таких, 20 топовых книг и еще слизнячки, которые по 30 дают, ну вообще отлично. Ну и за 25 тысяч, у кого нету скин на Анубиса, на Одержимого, Утекание и Гнев, я считаю, неплохо. Ну и такая акция у нас есть за покупку маленького пака на 1200 самоцвета, вы тоже получаете топовые плюшки, причем даже неплохие. Так, отлично, давайте это все сейчас заберем. Вот еще награды за Рудольф и какашки пришли за счастливое число. Так, это мы забрали. Забираем все плюшки, которые у нас. Так, ну еще дополнительно у нас сегодня идет акция на трату от Google. Я уже эту акцию не раз показывал, отдельно ее засниму, посмотрим, что за призы. Ну а сегодня у нас будет угольная армия, будем пробовать, как обычно, без забора, не хочу на этом аккаунте забор пока делать, надобности особо нет. Будем пробовать, насколько далеко мы сможем зайти. Так, давайте героев сейчас выставим. Так. Не ворожай. Сейчас я сначала выберем, какие герои мы возьмем, потому что тут еще не полностью они прокачаны. Так, Афина. Но Ремка ей однозначно не нужна. Рунами. У меня, по-моему, нету пятого воодушевления. Оно бы очень нам пригодилось. Так. Четвертая. Ну хотя ее очень быстро сольют. Ладно, давайте хотя бы четвертая возьмем. Попробуем разок. Так. Артефактом ставим ее в кубок. Ну а питомцем поставим Рудольфа. Есть. Дальше. Следующий наш герой будет Огнекрыл однозначно. Вот такая вот сборочка. Так он и остается пока. Два героя есть. Тыковка. Тыковку надо тоже поставить. Руны оживы. Хоть какие-то. У нас, по-моему, да, на дереве есть сет. Вот чего-чего мне здесь не хватает, так это рун оживы. Остальные вроде как-то так более-менее есть. А вот оживы очень не хватает. Так, артефакт. Так, есть. Сколько это у нас уже? Три героя есть. Анубиса однозначно берем сюда. Вот такую вот сборку в топоре. Возьмем ему. Авиара поставим. Топор. Так, это 4. Ворожай у нас будет 5. Так, снять. Вместо этого мы ему поставим психощит. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, Фрайю смысла нету брать, потому что она нам подпортит. Возьмем Бигфута. Но Бигфута я, конечно, просрал в свое время. Так, ну вроде все. Скин, и теперь приходится ждать. Отличненько, идем их сюда соберем, сейчас правильно расставим. Ну конечно, тут надеяться на топ нет смысла, потому что надо все-таки нам Афина с воодушевлением, ее надо докачать. Так, 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 кого у нас тут нет? Так, Огнекрыл, Бигфут.
Так, надо ворожая в кубок поставить. Ну, я на основе бегал приблизительно таким же составом. В принципе, неплохо. Но там, конечно, Афина немножко другая. Так, 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 так. Ворожай. Тоже его в кубок поставим. Так, ну вроде как бы все. Или давайте, знаете, что еще сделаем? Сейчас мы ворожаю прокачаем. Так, он у меня в судьбе прокачанный или нет? Уже, честно говоря, не помню. Так, это Бигфут. Не, он не прокачанный. Так, а хранителя мы качали или нет? Да, хранитель прокачанный. Можно попробовать хранителю сделать. Но хранителя мы сюда сейчас брать не будем, поэтому как бы тоже смысла нет. Ладненько, побежали пока так, попробуем. Так, 8. Тыкалка собрана. Все собраны. Так, Бигфута отдельно. Тыква у нас будет стоять в центре. Желательно по краям ставить дальников, чтобы вражеские герои бежали к ним. То есть они не убегали далеко. Так. Ну, как-то так вот попробуем. Тут Афина, в принципе, есть. Но Нубиса, конечно, желательно было бы спрятать. Ладно, пробуем так. Без забора посмотрим, что у нас получится. Постройки, конечно, как видите, у меня слабенькие. Я их не особо прокачиваю сейчас. Надобности, опять же, нет. Так, отлично. Тотем. Вот такой вот составчик. Поехали. Посмотрим. Что у нас будет получаться? У нас ворожай единственное с воодушевлением. Афинку, честно говоря, не хочу. В принципе, тут вот руны есть, но их, конечно же, мало будет. Надо хотя бы 6-е руны на это все дело, но ничего не поделаешь. В принципе, она будет вовремя бафать. Стрелка, конечно, у нас здесь нет. Он бы тоже не помешал, но к нему еще очередь у нас на прокачку не дошла. Так, ладно, тут можно ускорить. Сейчас посмотрим, до какой там волны. Ну, Анубис тут должен, по идее, дико критовать. Ну, пока вроде отлично. Самое обидное то, что сейчас будут герои идти с отражением, и у меня, как видите, здесь нету забора, то есть они не будут обходить, они будут напрямую идти. Это как бы с одной стороны очень печально. Но ничего, пока вот до 15-й волны добрались уже. Так, держимся, держимся. Вот, влеток у нас уже просто нет. Так, 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 демон, давай подходи, отличненько. Отличненько. Все супер. Смотрим, 17-я волна. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Раз, два. И... Отлично. Видите, как огнекрыл бьет сейчас? Он бьет зонально. Вот, вообще супер. Так, тыковка, разгончик. Супер. Варлок. А, вот варлок включился. И смотрите, как мои герои посливались. Так, что у нас там? Тыкву слили, что ли? Да, печалька. Нет, тыковка жива. Это Арктика там все портачит, смотрите как. Не, ворожай тоже жив, Афина умерла. Ну, в принципе, Афина-то такое. Так, 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 череп, давай, 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 давай. 20-я волна, ребят. Я считаю, для моего аккаунта это уже победа. Добрались до 20-й, вот тыковка. Отличненько. Ух ты, хорошо идут. Самое главное, Атланта не подпустить. Вот разгончик у нас есть. 21-я.
Так, ведьму. Ай, слились. Хотя Огнекрыл, видите, на Огнекрыле стоит первая жива, он сразу реснился полностью с фулл хп. Ну, отлично, 22-я. 23-я, у нас разгон, в принципе, есть, и мы должны сейчас просто их унести. Отличненько. Черепа, ребят, 23-я, 24-я волна. Ворожея жалко у нас нету, я не знаю, сейчас мы сможем ли взять топ, но сейчас просто с автопроком нашу тыковку могут ушитать, но смотрите, 24-я волна, она не особо сильная тут. Так. Давай, отхил, тыковка. Самое главное, чтобы у нас сейчас тыкву слили. Вот, все, в принципе, из-за того, что у нас тыкву сольют, мы сейчас тут не особо разгонимся уже. Жалко, конечно. Ну, 25-я волна, ребят. Ну, я считаю, это реально победа, 25-я волна. И что у нас получилось? 635? Офигеть просто. Что тут у топов? Интересно аж даже. Ну, тут видите, 635. Ну, в десяточку мы попадем. У нас будет даже девятое место. 681. Он просто тут быстрее. Это просто жесть. В топ-10 мы попали по волнах без особого напряга с первого раза причем. Так, ну что, давайте еще разок. Как видите, Афина, в принципе, с одной стороны хорошо заходит, с другой стороны... Ее можно убрать, но у нас некого ставить вместо нее. Поехали еще разок. Ну, 25 волн. Топчик как бы взяли. Единственное, надо будет некоторых героев докачать. Причем герои у меня с 11 скиллами, не максимальные прокачки. Но уже 25 волн. Да, конечно, Огнекрыл сейчас чудит жестко причем. Так, ворожей, ну, не хватает мне, конечно, ожив тут, ничего с этим не поделаешь, пока на базаре что-что, на китайке с рунами немножко не так, как на других серваках. Ну, с одной стороны, это не особо большая проблема, вот, попали мы на Атланта и все. Сейчас, видите, вот без забора, почему мы так далеко не можем сейчас добраться, потому что Атлант включился и все нам испортил. Но без забора 25 волн напрямую с нефуловыми героями, это просто жесть. Ну, я считаю, тут, в принципе, вообще супер. Да, вот так вот, ребята. Вот такой вот у нас был составчик, и в принципе на основе у меня где-то приблизительно такой же, я стабильно фармлю полностью все волны. То есть, конечно, тут есть огнекрыл, у многих огнекрыла нету, можно вместо огнекрыла другого героя поставить, можно того же самого стрелка взять, в принципе, либо Рину взять, тоже будет очень хороший эффект. То есть надо каких-то массовых дамагеров брать, Бигфут. Однозначно, и в принципе можно будет фармить. Пишите в комментах, какие вы хотите еще составы увидеть, кого поменять вместо огнекрыла. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, репостики, участвуйте в конкурсах, ссылочки внизу все есть. Всем пока!